настоящее время у нас выполняются работы по приведению в порядок фасадной части и кровель. Это Пушкинская 1, угол Лонжероновской, Пушкинская 2, тот же угол, Пушкинская 5 и Пушкинская 4, угол Дерибасовской, где выполняются работы согласно дефектного акта и проекта сметной документации. Это приведение в порядок фасадной системы этих зданий и приведение в порядок кровельной системы. Практически все эти виды работ в стадии сегодня выполнения. Где-то уже выполнены кровля и ремонт стропильной части, деревянных обрешеток, обработка, гидроизоляция и так дальше. Где-то в стадии выполнения сегодня. Кроме этого, были большие объемы работ практически с рождения, будем так говорить, зданий, которые сегодня есть. Были захламлены чердачные помещения. Мы привлекали для этих работ как подрядные организации, которые выполняют там работы, так и обращались за помощью в Приморской администрации ЖКС, которые оказали нам помощь, и мы выполнили эти работы, убрали весь ненужный хлам, мусор, которые влияли как на самосостояние чердачных пространств этих зданий, так и на противопожарную безопасность этих зданий. Ну и второй вопрос, почему мы поставили вопрос в первую очередь выполнить кровельные работы крыши, потому что уже подход осенне-зимнего периода, который, если мы не сделаем в первую очередь эти виды работ, то потом оно потянет за собой другие затекания, замокания и так дальше. То есть в первую очередь были сделаны кровельные работы, и практически 90%, а на некоторых зданиях уже и 100% выполнены. И сейчас выполняются работы по фасадной системе. Фасадная система – это приведение в первозданный вид самого покрытие фасадное, то есть восстановление штукатурок и восстановление всей лепнины, которая была, которая утрачена, которая повреждена за длительные годы, сейчас восстанавливается в первозданном виде. Также предусмотрены восстановление балконов, где повреждены за время эксплуатации сами плиты балконные, где разбираются и по-новому заливаются и так дальше. Также ограждения балконные, это все выполняются, эти все работы. Ну и плюс не было предусмотрено, мы в проектных работах предусмотрели, это подсветка фасадов, которая в ночное время будет подчеркивать красивый вид фасадов и подсвечивать. Тоже были разработаны проекты. Планируем в этом году закончить все эти работы. Если по каким-то непредвиденным ситуациям, потому что в процессе работы вскрылись дополнительные работы, которые не были предусмотрены в дефектном акте при обследовании, когда вскрывали кровлю, вскрывали там некоторые утраченные части и так далее, тех же балконы. Сейчас выполнили дефектные акты, досчитываем эти доп. Работы, которые возникли. Но планируем все это в этом году.